Якутия и провинция Цейлунцзян Китайской Народной Республики продолжат сотрудничество в вопросах подготовки спортсменов. Сегодня министр спорта Якутии Михаил Гуляев встретился с начальником управления спорта китайского города Мадунцзян Суй Хунцзяном. Напомним, что Якутия помогает провинции Цейлунцзян тренировать борцов и боксеров. В свою очередь, китайские специалисты оказывают помощь республике в подготовке шорт-трекистов и теннисистов. Ну а на днях гости посетили Мегино-Кангаласский район и сегодня во время встречи поделились впечатлениями от визита и выразили желание продолжать совместную работу. Мы уже давно взаимодействуем с Мегино-Кангаласским районом, и нам хотелось бы расширить область сотрудничества. Например, было бы неплохо сотрудничать не только в области спорта, но и культуры и других сферах деятельности.